Всем привет, ребята. Ну что, у нас сегодня сарделька. Давно я вам уже ее не снимал. По чуть-чуть ее качаю, как обычно. IGG решили подкупить прокачкой. Не было у меня там значков подсчета на прокачку и камней на просвет. И в итоге выскакивает вот такая вот жаба. И на основе она выскакивала и здесь. Это, конечно, все круто, и в принципе цена вполне адекватная, но у нас бездонатный аккаунт, ребят, не туда кидаете. Раньше надо было это кидать. В общем, что у нас сегодня по плану? Попробую пройти следующую волну П. Посмотрим, что там и как там. Попробуем затащить пару подземок, потому что уже начались жестокие. Серьезные, с моей прокачкой, конечно, печально там все. Седьмые. Будем пробовать затащить. Возможно, не на максимум пройдем. То есть не обязательно на 3 звезды тащить, можно на 2, чтобы дальше открылось. Ну, в общем, вот так вот, максимум фарма. Так, окей. Давайте начнем с подземок. Я уже вам говорил, что надо качать магию, я по чуть-чуть ее качаю. Вот сейчас у меня хранитель стоит на прокачке, ярость ары я уже прокачал, и восстановление тоже использую, так как мы еще довольно-таки слабенькие. Дальше у нас будет заморозка уже аж на 16 уровне, до этого еще, это еще не скоро, скажем так, поэтому пока качаемся. Ну и конечно же надо будет апнуть побыстрее силушку для открытия смотрителей, то есть надо 30к качать. Это немножко поможет еще фарм локациях. Окей, поехали. Начнем с подземочек, попробуем. В прошлый раз я забегал, честно говоря, мои герои просто тупо шатали, поэтому будем сейчас пробовать. Вот видите тыковку, думал магию заюзал. Просто сливает. Пробовал Фрей. У меня тут клавиатура супер точная, я переключил, поэтому любое нажатие это уже печалька. И стартовал с Фрейи. Скажите, почему с Фрейи? Стартовал с Фрейи, потому что ее хоть не так сливают, и надо, как видите, держать на поготове магию, потому что, ну, нереально просто. Просто могут в один момент, вот видите, Фрейю слили, и все, сейчас у меня... Просто они могут слиться все. Так, тыковка, не беги туда. Как бы героев я сливаю. Вопросов по сливу героев нет. Если бы у меня был... Вот видите, уже и тыкву слили. Если бы у меня был вопрос нападения на героев сразу, я думаю, я, наверное, бы сливался, потому что у меня ни магии нет, ни прокачек нет, а так я могу издали благодаря опять же той же самой Фрей нормально подземку затащить, париться. Но опять же уже минус 20 самов. Можно не заморачиваться, на максимум не проходить, но нам для эволюции, для второй авы, по-моему, надо, если я не ошибаюсь, 550 огоньков. Вроде как-то так. Не помню. Я уже давно эволюции не делал, не заморачивался над этим, как и над подземками. Ну, как видите, пришло время позаморачиваться. Так, отлично. Да, конечно, со сливами. Самики будут уходить только так. Так, хорошо, поехали. Следующее. 7-2. Так, что тут у нас такого интересного? Ну, ничего, то же самое, стрелковые башни. Ну, тут вариант забегать просто со стороны. Давайте попробуем такой вариант. Вот так, стартанем с Фрейи. Усиление и придержим отхил. Возможно, так получше будет. Сейчас где-то они побегут, я посмотрю, где они прорубят дырку и заюзаю отхил. Ну, то есть опять, чтобы героев не так быстро сливали, немножко отхил. Опять же,
тут весь вопрос, видите, в атаке. Башни просто тупо сносит. И меня просто тупо минусуют сейчас героев. Сволочи. Опять минус тыква, минус Фрея. Пока я не прокачаю просвет, а это длительный процесс, это надо качать королевскую битву, проходить локации, забегать в разные локации для фарма кристаллов. Это лабиринт в первую очередь. Опять же, там надо нормально тащить, надо кем-то тащить для этого. Скажем, эти локации созданы, чтобы прокачать просвет. Просвет очень много дает прибавки. И для бездоната там хотя бы до 80-ки можно их быстренько папать. Это не есть проблема. Либо купить вот так вот один пак такой и не париться. Так, отлично. Опять минус 20. Ну, как видите, можно проходить. Конечно, было бы метелька, было бы повеселее. Ну, надо фрейку качать. Тут ничего не поделаешь. Чем дальше, тем больше башен, каких-то заморозок. Поэтому тут все будет сложнее и сложнее. Давайте попробуем так. Тут еще плюс, сейчас голуби полетят вперед и на них просто переагрятся башенки. Смотрите, как Фрей уже под соточку валит. Ой, сейчас смертушка нас просто загасит половину. Вот я щит использовал вовремя. Можно очень хорошо попасть. Там были шапки, тут смерть. Если она зарядится, она долбанет сразу по всем. Так, отлично, держимся, держимся. Видите, у Фрей мало жизни, башни атакуют очень хорошо. Вот идеальный танк, я бы сказал, в моем случае, для бездоната, это Фрея. Там ограничение входящего урона, качаете ее для битвы гильдии, и будет вам счастье. Ну, тоже на 3 звезды затащили. Отлично. Без потерь. Огонь. Такс. Поехали дальше. 7-4. Так, ну тут станищие башенки уже и герои рядом. Печально, печально. Давайте попробуем. Попробуем такой вариант, но мне что-то кажется, что у нас сейчас тут... Ай-яй-яй, магию неправильно заюзал. Да, нас тут сейчас могут просто слить. Это еще при том условии, что у меня есть ворожай, который под хил дает. Так. Давайте попробуем вот такой вот вариант. Опять же, надо время для того, чтобы прокачать питомцев, прокачать все остальное. Когда мы это сделаем, нам будет все намного проще. Так, тыква. Так, что-то я не вижу. Не успел. Сразу же минус 2. 3%, ребята. Это жесть. Но героев мы-то посливаем. И трину слили. Мне кажется, тут седна больше всего тащит. Надо попробовать другой вариант, просто на этом разогнать. Ну, как видите. Вот наш ступор будет следующий. 7-4. Будем пробовать. Не будем сливать самики. Пустую. Окей, у меня открылись карты за еженедельку. Давайте откроем. Так, ну кого бы я хотел отсюда, это опять же Ара, с недостающих таких деда, конечно же, для подземок, но остальных такое, поехали. Оу, тук, смерть. Ну что, интересный герой,
Для битвы гильдии, возможно, зайдет, для подземок тоже. Наносит много урона, не имеет кулдауна. Что такое кулдаун? Это не имеет отката на срабатывание скилла. То есть не имеет ограничения по времени на следующую сработку. Герой, которого можно купить и так. Вот, нанять, заходите за кристаллы героев. И вот выбираете, есть обычные гарнизонные, это обычные элитные. И есть легендарные, и цены тут вот такие вот. То есть можно этих героев купить повторки, 7000 кгшек, скажем так, и сэкономил. Отлично. Ну, смерть, я не знаю, я не особо буду ее, возможно, использовать, хотя, кто его знает, я показывал вам, если будет валька, это будет реально огонь. Так, следующая карта легендарного героя акция. Ну, отсюда хотелось бы, наверное, Гаргула Дрейка. Дерево мне не особо надо, Яра. То есть такой вариант. Бум. Купидон. Повторочка. Еще сэкономили 20 кгш, как и на тыковке. Это хорошо. Когда дойдет до эволюции, нам будет попроще. Отлично. Попробуем за 450, но попозже. Давайте попробуем попроходить с такими же героями. Я ничего не меняю. Расстановку забор я не делаю, как вы знаете. Я бегаю, трешу его вот так вот. Попробуем сейчас попроходить волну П. Сможем ли мы ее затащить? Я показывал, я с Ордалией неплохо так затащил волны. Но тут сейчас, конечно, мне будет проблемно, сложно. Попробуем, посмотрим. Тут герои уже намного ярче. Ну, вдруг зайдет. Ну, опять же, тут смерть. Ух ты, ничего себе, П2, ребят. Это, возможно, успех. Посмотрим. Если не сольют таблетку П3, у нас осталось две таблетки. Конечно, при удачном заходе они сейчас... Ай! Да, вот так вот. Не дали, не дали. Давайте пробуем еще разок. Так, хорошо, P2. Можно ставить, я уже показывал забор, рассказывал. Я пока играю без забора, мне он не особо нужен. А тут нужно для того, чтобы я еще раз вам расскажу, для того, чтобы вы удачно проходили эту локацию. Вот сейчас салют. Вам нужно качать здание. Без прокачки зданий, я вам скажу так, ловить тут нечего. Особенно чем дальше, тем будет хуже. Единственное, что вы можете сделать, это расставить забор. То есть поставить забор, чтобы герои там забегали. То есть к вам будут единственные, кто будет подбегать, это летающие перелетать. Всех остальных вы будете шатать. А в моем случае сейчас неплохо заходит, как видите, Фрея. Ее голуби летят. То есть я стрелка не использую. Многие спрашивают, почему я его не использую. Ребят, не использую, потому что когда начинал качать аккаунт, мы договорились, что герои, которые были получены до... Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, это заявочка хорошая. До того, как я объявил об этом аккаунте. Так, ну-ну-ну, идите оттуда. Блин, практически. То есть шансы у нас есть. Можно пробовать, можно посливать немножко попытки. Но шансы у нас, ребят, есть. Вот, и я сказал, что я не буду их использовать, я их не слил, я их оставил. Потому что сливать стрелка, например, у меня два стрелка, тут есть ведьма, есть Фрэнки, есть... В общем, много есть героев, которых я не юзаю, если бы я их юзал, было бы все намного проще. Вот поэтому... Вот так вот. Так. Тыкву, как обычно, сливают, но волна P4 у нас... Ай, блин! Видите, что делает? Гад. Да, бог грома, конечно. Еще тот гад. В общем, надо таблетки качать. Надо очень много зданий качать. Для этого надо, ребят, покупать строителей. И скоро мы начнем на них копить, когда мы наролим себе имбовых героев. Хотя у меня и так они уже
нарулено неплохо, но, как видите, я все никак не остановлюсь по 450. Так, уйдите, уйдите отсюда. А, и опять, видите, вот что делает. Вот именно бог грома нам, получается, сливает. Тут прячь, не прячь, надо пробовать все-таки. Забор будет ставить. Ну, посмотрим. То есть мы практически затащили только что волну П. П2, ну, у нас печально уже все. Таблетка осталась, очень мало зданий. Вот видите, опять полгрома и все. Давайте, есть у нас еще попытки. Попытка не пытка, во всяком случае. Да, были бы у меня воодушевления, было бы все намного проще. Так. Ну и так, в принципе, хорошо. У нас герои нечего жаловаться. Неплохие. Ну, для того, чтобы вытащили нормально, надо качать здание. Не надейтесь там на то, что... Ой, отлично, вот так бы они всегда захотели. Было бы вообще огонь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Атлант! Твою ж мать! Что он натворил, блин? Эх, такой шанс, ребят! Такой шанс был затащить эту волну. Блин, обидно. Как так Фрейя слилась? Так, P3. Ой, сейчас удачный заходик может быть. Если, конечно, опять они не просрут бога грома. А, это только P4. Нет, тут. Тут сейчас мы. Хотя. Ребята, это вполне вероятность. Ой, отлично зашли. Огонь. Ну все, ребята, думаю, мы сейчас должны. Вы посмотрите, что он делает. Их тебе. Можете меня поздравить? Я без забора, без ничего, своими нубогероями затащил волну П. Вот так вот Сарделя тащит. Поехали еще попробуем, посмотрим, что там на волне Q. Ой, я опять П запустил. Ладно. Пофиг. Давайте пробуем волну Q. Ну, в честь такого можно паролить, попробовать. А вдруг вытащим имбу? Вот тут, как видите, первая волна уже нас считает. Ну, надо делать первые эволюции. С такими героями, с первыми скиллами, волна Q, конечно, это... Хотя, смотрите, тащим, ребята, тащим, Q1 пройдено. Омега нагибаторы. Ничего себе, даже... А, и опять бухрома. Я думал уже Q2. Но если бы мы использовали стрелка, было бы все намного проще. Хорошо. А, так, что там у нас никаких наград нету. Ничего нам не подкинете. В общем, не хотят. Сражение. Так, ну тут ничего не хотят нам подкинуть. Печально. Зажлобились, короче. Так, окей. Что, попробуем? Попробуем блатануть, ребят. У нас куча героев, конечно, есть еще не прокачанных. Так, что там у нас получается? 300. 750, да? Ну, давайте. На удачу. 2 по 150 и 450. Королева Гарпий. Вот так вот сразу же падает. Легенда. Это, конечно, круто. Я тут без эмоций, потому что... Да, это классный герой. Расскажу я вам о нем. Но это не настолько имба. Но все равно это круто, ребят. 150 и сразу же у нас так. Надо что-то сделать. Надо что-то сотворить. Ой, кстати, я турнир героев, ребят. Я-то думаю, блин, чё я не прохожу? А у нас тут турнир героев.
Нам надо турнир героев проходить. Здесь куча самого. Возможно, сейчас затащим еще. Так, отлично. Смотрите, целых 12 самов. Ёпта. Еще получится немножко, если, конечно, натащим. Я думаю, не настолько, не намного. Так, ну ниндзики. Хотя с Фрей, я думаю, с Фрей мы будем тащить даже. Там нормально, жирно будем тащить. Здесь осколки, а вот смерть, наверное, не затащим. Давайте попробуем. Турнирка, конечно, интересная тема. Нифига себе! Сказала я себе. Плюс 18 самов. Это просто огонь, ребят. Вот это да. Вот это мне уже нравится. А вот паладинов что-то... Нет, зашло нормально. Фрейя, в общем, движует. Отлично, Бугрома. Бугрома сейчас нас просто ушатает, мне кажется. Позаряжаются и все. Тут Unreal. Да, тут Unreal. Друиды то же самое. Они просто сейчас бафнут друг друга и мы соснем лапу. Так оно и случилось. В общем, вот так вот. Тяжелые нам. Еще рановато, наверное. Так. Получили 10 кагашек. Отлично. Ну что, поехали. Следующих 150. На удачу. И 450. Да, блядь! Ребята, ну чё, как вам? Как вам это читерство? Можете меня поздравить, да, это не особо имбовый герой, но он мне очень поможет, малышник, особенно на битве гильдий, на локациях фарма, на волнах даже поможет, потому что у меня есть Фрейя и куча других, он будет останавливать, он будет дамажить. Герой интересный, сейчас его не используют, но он все равно не потерял свою имбовость, особенно для бездоната. В общем, вот так вот покажу я вам его тоже. Пишите комменты, лайки ставьте, мы по чуть-чуть собираем нужных героев нам. Всем удачи, всем пока.